Вы смотрите телевизор? Редко. Редко. А какие каналы, если смотрите? Первый, Россия, СТС, все. Вот. Матч ТВ, да, матч. Любимые передачи у вас есть какие-то? Не, любимых нет. Да, смотрим. Нет. Я смотрю. Рыбалка, охота, спорт. Все. Любимые передачи? Наверное, такой, чтоб любимые, нету. Так смотрю все подряд. А вы почему не смотрите? Я в интернете нахожу все новости, которые меня интересуют. Мне этого достаточно. Да. Да. Первый канал, вечерний Ургант. РУ-ТВ, музыка. Еще разок. РУ-ТВ, музыка. Да. Да. Да, я люблю смотреть спорт по Матч ТВ. Тоже. Матч ТВ. Мы спортсмены. Нет. А почему? Там много негатива. Давно вы его смотреть перестали? Года два назад. Ни разу не включили за два года? И так, периодически очень, очень редко. Нет у вас любимых передач, да? Нет. Скажите, вы смотрите телевизор? Изредка. Вот у вас есть любимый канал или передача? Да. Какой? Техно-24. Какая передача? Про военную технику. Редко. А как редко? Вот раз в неделю или раз в год? Раз в год. Новый год? Да, наверное. Смотрю. Первый канал, новости смотрю. Больше ничего не смотрю. Это ваша любимая передача? Но мне больше ничего не удается посмотреть. Вы вот верите тому, что там рассказывают? Нет. А зачем тогда смотрите? Просто так для фона, когда еду готовлю. Бывает. Иногда. ТНТ. Какая передача на ТНТ? Да не знаю, наверное, все. Кроме «Дома-2» однозначно. «Дважды два» только смотрю. Конечно! Да, конечно, мы смотрим телевизор. Конечно, смотрим. Не отъемлем. Никуда. Да. Спорт. Спорт. Новостные. Да. Новости и выступления, разумеется, нашего президента. Вот от него, от выступления до выступления больше не смотрю телевизор. А что в нем хорошего-то? Он очень красивый. Играете вы в компьютерные игры? Да. Нет, не играю. Какие? В Counter-Strike. А вам не кажется, что это напрасная трата времени вообще вот играть? Вот? Не кажется. Почему? У меня есть время, я могу себе позволить, почему нет. Ой, нет, уже давно не играла. Нет. А когда играли, в какие играли? GTA. А в компьютерной нет, к сожалению. Нет. Вообще никогда? Вообще нет. Никогда. В Денди играли. Никогда. А почему у вас не возникает желания такого? У нас реальный сектор. Футбол, хоккей, фигурное катание. Нет, совершенно не уделяю времени компьютеру. Вообще нет. Не а почему? Вот сейчас же все в танки играют. Нет у вас такого желания? Нет, у меня абсолютно нет никакого желания играть ни в какие компьютерные игры. У меня не так времени мало. Вот, поэтому нет. А мне это просто никогда не нравилось. Нет. Почему? Потому что забирает много времени, и порой лучше находиться вот на таком прекрасном свежем воздухе и наслаждаться прекрасной погодой и новогодней атмосферой. А когда-нибудь играли? Пробовали? Ну, конечно, пробовал. Я думаю, как и все люди. В основном. Больше не хотите начинать, да? Нет, это неинтересно. Это лишняя трата времени. Не. Да, мы играем же с тобой в квесты. А, ну, там раз в месяц, 2 часа. Это как бы не игра. А вы чаще, да, чем раз в месяц? Ну, иногда на меня находят, я могу там 2 дня погружаться в игру подряд, если есть время. Я в детстве это использовал. Так. А вы вот не считаете на напрасной тратой времени? Ведь это же виртуальный мир, а не реальный. Ну, знаете, иногда хочется просто как-то... забыть? Да, забыть какие-то дела, хлопоты повседневные. И такое небольшое погружение, я считаю, что оно не будет вредным. Нет. А когда-нибудь пробовали, играли? Да. Почему больше не хотите играть? Ну, потому что я играла со своим молодым человеком, а сейчас я с ним рассталась. Не хотите больше начинать, да? Нет. Нет, никогда в жизни не играла, я не буду. И. Почему? Не знаю, мне не нравится, мне не интересно. И второй вопрос. Скажите, вы играете в компьютерные игры? Ни в коем случае, никогда. А мы играем. Да, играем. Поиграем. Нет, не играю. Да, есть. В какие? Кто играет? Спортивные, футбол, баскетбол, хоккей. NBA,
Это не игра? Это не игра, простите, это не игра. Считаем, что напрасная трата времени. Это обычное времяпрепровождение, которое тоже имеет место быть. Ради чего это? Ну, ради удовольствия, просто расслабиться. Отдых, расслабление и отпустить свои мысли просто. Это не превалировало в жизни. Все, спасибо, до свидания. Вы играете в компьютерные игры? Да. Какие? В мир танков. А вот не считаете, что это напрасная трата времени? Ведь это нереальный мир. Нет, так не считаю, потому что у меня развивается стратегическое мышление и работа в команде.